Сегодня утром к нам пришла очень срочная новость, от которой зарыдала вся страна. Ведь многие из нас являются большими фанатами и поклонниками российского телеведущего Николая Дроздова. Многие из нас долгое время наблюдали за его жизнью. Наблюдали за тем, как он живет и как он ведет нашу любимую передачу «В мире животных». Данная новость сегодня утром появилась на одном из российских сайтов. В этой новости говорится, что сегодня ночью в дом, где проживает Николай Дроздов со своей семьей, приезжала скорая помощь. Оказывается, Николаю Дроздову было плохо. Ведь все уже знают, что Николай Дроздов длительное время борется со страшной болезнью. Медики осмотрели его, поставили несколько уколов, предложили ему госпитализироваться в больницу, на что Николай отказался. Сейчас он находится дома под пристальным вниманием родственников. Если ему еще раз станет плохо, родственники вызовут скорую, и он точно поедет в больницу. Мы хотим надеяться, друзья, что с ним все будет хорошо. Давайте поддержим Николая Дроздова. Пусть он не болеет и пусть побыстрее выздоравливает. Подписывайтесь на наш канал, следите за нашими новостями и до скорых встреч на нашем YouTube-канале.